Всем привет, подписчики, зрители моего канала. Давненько у меня не было видео на канале, но скажу сразу, обзоры снимаются, и аппараты есть на обзорах, и другие вещи. Просто сейчас я не снимаю распаковки там всякие, и конкретно показывать там настройки такое, буду уже включать, пробегаться по настройкам именно в процессе того, как я уже поработаю тем или иным аппаратом и буду знать конкретно его функции в конце обзора, и потом буду выпускать кусками, скажем так, по режимно видео. Но на данный момент случилось тут у меня одно несчастье. Случайно пришла в негодность моя сварочная маска. Я ей был очень доволен. На одном из заказов загубили ее. Тот, кто ее загубил, как ни странно, он еще жив. Жив только потому, что это был мой старший сын. Когда мы были на заказе, я ему сказал, положи вот маску вот туда, повыше, а стали ложить балку. Я не досмотрел, он маску бросил сюда под ноги, балка упала и прямо на нее. Пришлось мне купить новую масочку. Я долго думал, какую маску купить. Дешевые маски уже никак не охота, поработав в хороших масках. И все то, что стоит дешевле там 3000, это действительно уже неинтересно. Неинтересно потому, что я теперь уже считаю, что глаза намного дороже. И покупать дешевые маски... Ну, серьезно, ребята, не знаю, как вы. Кстати, напишите в комментариях, там, как вы к этому относитесь. Но думаю, что писать будут те, что и дешевыми можно работать, только те, которые не работали в хороших масках. Поэтому, бороздив просторы, почитав эти... Да, и, кстати, у меня была уже давно такая мысля приобрести такую маску. Это не реклама там каких-нибудь магазинов там или чего-то. Это именно то, что я... Правда, я и хотел этого... Как говорится, я даже думал, что она будет вполне достойной маской. Это маска от компании Foxworld. Вот такая масочка. Поработав ей уже практически месяц я отработал. В работе она была каждый день, практически каждый день. Были дни, конечно, такие, но их было немного, когда я не работал. Я от этой маски просто в восторге. Да, в принципе, что тут говорить? Это, наверное, ни для кого не секрет, что у нас в городе ничего, кроме говномасок, не купишь дешевого. Хорошие маски сюда не возят, просто народ их не покупает, потому что, ну, они не работали в хороших масках, поэтому они берут то, что есть. Может быть, и купили что-то хорошее, но их здесь нет. Поэтому берут такие. Хотя и то переплачивает. В принципе, а что я? Эту маску я, естественно, заказал в магазине Континент 124. Поэтому ссылочек не будет, но это так. Я там все покупаю, магазин такой. Мне нравится. Теперь давайте поговорим поближе об этой маске. Единственное, что меня смущало, что здесь вот такое стекло. Но стекла эти, как я теперь уже увидел, они в комплекте есть. Потом в многих масках, которые я когда-то тестил, смотрел, на тестах у меня были, и вообще вот здесь 4 датчика. Не во всех масках эти датчики работают корректно. Во многих масках 2 датчика каких-то из двух, либо нижние, либо верхние, стоят просто как декоративные. Здесь я полностью проверил, заклеивал эти, снимал, все работает как надо. Абсолютно все датчики рабочие. Угол обзора этих датчиков очень хороший. Сейчас, сами понимаете, лето, погода жаркая. Что мне нравится больше всего, работаю на солнце, нет засвета. Как видите, движется вот так вот. Вперед-назад передвигается подголовник. Смотрите, я отработал уже месяц, он как влитой.
просто обалденный. Настолько никаких проскоков здесь нет. Затягивается хорошо. Действительно качественная маска. Вот это я могу сказать, что действительно качественная маска. Также в этой маске есть подлинзы. Диоптрику. Что очень радует. Снимать стекло очень удобно. Вот здесь вот так просто щелк и все. Все настройки в этой маске полностью электронные. Я сначала думал, что это будет как-то так. Не верил я в это, что это все будет работать хорошо. В итоге оказалось все просто замечательно. Выставляется все просто на раз, два, три. Подстроить под себя всю светочувствительность, все просто обалденно, ребята, серьезно говорю. На солнце никаких засветов она не срабатывает, на солнце просто обалденно. Ну да, это, конечно, не совсем бюджет, я ее брал за 5800, эту масочку. Но скажу сразу, пробовал еще, у меня стоял выбор между Сун-9, тот, кто знает, тот поймет, не буду говорить название там остальные, сварщик поймет, кто задумывался. Эта маска намного интереснее и намного лучше, особенно от того, что полностью электронная. Вот это просто замечательно, ребята. Скажу, еще раз повторюсь, я ей отработал уже месяц. Поэтому я не стал снимать там, как она мне пришла, там, как я ее заказал, там, как я ее купил. Потому что это действительно, не вижу в этом смысла. Абсолютно не вижу смысла. Когда-нибудь еще где-нибудь в работе я буду, покажу, как все срабатывает. Так что вот эта масочка полностью отвечает всем требованиям. Очень большой экран, что вообще немаловажно. Так что, ребятки, теперь уже не голословно, а конкретно я могу посоветовать вот эту маску от компании Foxwell. Просто зашибись. Что еще хотел сказать? Хотел провести небольшой розыгрыш, так как у меня 10 июля день рождения. Но то, что я хотел разыграть на своем канале, немножко запаздывает, поэтому розыгрыш будет. Приурочу все равно к своему дню рождения, или, может, посмотрю там к этому времени, может, будет на 5000-й подписчик. Но розыгрыш будет. Так что на этом, наверное, всем пока-пока. Маска эта еще не раз появится у меня в работе. Просто видео уже тоже снято, где я работал. Но еще не монтированное. Там я показываю ее сработку. Не забываем подписаться на канал. Нажать на колокольчик. Вам не сложно, мне приятно. И ждем розыгрыша. В розыгрыше будут участвовать все. До новых встреч, ребята. А я пошел работать. Время у нас сейчас что? 6:10. Вот так вот работаем с рассвета и до заката. Пока-пока!